Незаконный игорный клуб располагался в помещении бывшего кафе в московском районе Рязани. Меры конспирации были традиционными для такого бизнеса. Попасть в клуб могли лишь известные работникам казино клиенты. Впрочем, полицейские в это увеселительное заведение нагрянули внезапно и пресекли азартную деятельность. Работник клуба почти на глазах у оперативников попытался выбросить ключи, с помощью которых снимают кассу, таящуюся в металлическом чреве одноруких бандитов. Однако полицейские проявили бдительность и разоблачили игорного активиста на месте. С девушкой пришел. Просто? Нет, играла. А девушка играла? Ну, проиграла. Не знаю, рублей 500. И все? Не успела больше, вы помогли. Всего полицейские из этого притона изъяли 12 аппаратов. Сейчас стражи порядка выясняют, кто является владельцем игрового оборудования.